Держи. Борис! Делай ты, не жди! Не жди, делай ты! Дай его назад. Держи. Держи. Жестко держи. Ярко. Все отлично, молодец. Сейчас еще один мальчик тут будет. Этот был такой сильный. Стой хорошо и не жди, понял? Только взял захват и как дал, бля, понял? Сейчас молодец, видишь, взрывами бросал. И держи, видишь, ты бросаешь. Красавчик. Ты когда бросаешь, ты держи потом. Видишь, он начал уворачивать, поворачивай за руку обратно, понял? Иди готовься к следующему схвату. Ну посмотрим, да. Рассудить начал сначала, бля. Увидел, что они свои, бля, и начал, бля. И поебал, бля, Ярик вас в рот, все. Тебя лантани, бля. Тут есть еще один сильный мальчик, вот этот вот, который сидит. Есть мальчик даун. С оранжевым термотом, который я спинаю. Да. Но я за это время, что тренировался, прибавил серьезно. Не, так не легко, потому что так легко бороться. Снял? Давай,
Вот этот хороший мальчик. Сильный. Яра костюм прогнал. Я в прошлый раз. Ярка! Смотри на это. Не бойся, не надо смотреть. Не забывай кидать назад. Назад! Ставишь ногу. Слышь? Ставишь ногу и пошел. Здесь мальчик вязкий, это блин, саранг, он толстячок. Его надо назад кидать. Борется хорошо. Я делаю второй. Они могут уйти, как за другую тройку, знаешь? Там же это не надо взять, а может встретить с ними. Медико, ке нолу трогу. Allora ma si deve tornare qua. Sì, quindi? Sì. Anche io pensavo. Posso dirti una cosa? Francesco, ancora una volta che lo fai? Ma dove è mia mamma? Adesso? Erano a fumare? No, perché non volevo. Ma c'è una cosa che è andata? È un pollabro. Vieni, bella, bella in qua. Numero uno. Francesco, hai visto due volte, Yara! 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 Когда держишь, если начинает тебя переворачивать, ты выставляй руки. Одну руку держи, а вторую выставляй. Понял? Давай. Быстрый мальчик. Яра! 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 Этого надо кидать назад. Понял? Видишь, красиво она зацеп, а потом возврат с подхватом. Борьба за третье место. Ага.
già applicato. Oh, che veloce, no? Малый с желтым поясом такой довольно-таки настырный. Сейчас заебали, видишь, сами, я ушел туда, не стали там, я пришел сюда, они тут стоят, блядь. Он специально, блядь. Малый классно боролся. Не ожидал я. Этот малыш классно боролся. Молодец, умничка, мне очень понравилось. Воля к победе. Блядь, из Донеса, из Одессы. Не могут присесть, блядь. Яр. Такой стрим. Жесткий малый тоже. Толстячок. Но предупреждение Яре за то, что Яра не боролся. На самом деле упирался тот другой, а не Яра. Он вот так вот стоял тот, а Ярика захваты были нормальные. Он дал ему предупреждение, бля. Это значит, нас тут всегда будут строже судить, бля. Что
старший ребенок с оранжевым поясом не знает, как руку держать. Яра. Яра. Сейчас жестко надо, понял? Не спеши, жестко. Пальчиком. Не, он упал на ипон, поэтому. Да, на расстройство обычно. Забило, что ты хочешь. Я бы сейчас сказал, говорите, гвардо на танте, но дай мне пьяный. Как наш, я тоже первый раз забыл. Столько готовить. Я так не люблю такие мини-версии мужчин. Наверное, с албом. Там надо следить, чтобы нас записали правильно было. Проиграл. Хорошо, все. Яра может этого забодать. И он его забодает. Яра! 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 Хорошо, стой! Понял? И кидай назад еще. Только видишь, сразу назад. Как только он выравнивается, туда, назад, вперед, назад. Стой хорошо, понял? Если то видишь, что он что-то жестко делает, садись. Сейчас будут жесткие противники. Не спеши, жестко контролируй руками. Я не слышу вообще. Мама шепотом выпьет. Это волшебный тембр мамы. Да, тут не обсуждается. Ты видела, как он их складывает руками? Лежать. Тот вообще мертвый, не знаю, как Яра умудрился наваляться от него. Копия папа. Да?